Мой рецепт счастья – это, наверное, совокупность каких-то вещей. Прежде всего, для меня должна быть полноценная семья. И я считаю, что это большая заслуга меня и Дениса, что мы сумели сохранить нашу семью в таком плотном и тяжелом графике спортсмена. Не всем девчонкам удается, не всем спортсменам удается сохранить свою семью, как-то развить ее. Вот. Поэтому семья для меня – это самое главное. Это то, ради чего я живу, ради чего я играю и посвящаю всю свою жизнь. Вот. Конечно, карьерный рост и успехи на профессиональном поприще – это тоже, наверное, счастье. Здесь должна быть гармония. Самый большой страх я, наверное, назову одиночество. Я очень боюсь остаться одна. И я иногда люблю побыть одна, когда мне надоедает эта вот суета вокруг, куча народу и какие-то переезды, перелеты, все. Мне хочется, чтобы меня оставили побыть одной. Но это очень кратковременно. И, наверное, я хочу, чтобы рядом были любящие и любимые люди. Ну, наверное, это Владимир Владимирович Путин, потому что он, я думаю, что дал такой толчок в России для спорта, для спортсменов возможность как-то реализовать себя, и очень много он уделяет этому времени, и здесь, наверное, я назову эту фигуру. Ну, наверное, это опять же будет Владимир Владимирович Путин, потому что совмещать столько вещей одному человеку, наверное, это просто невозможно. Посвятить себя стране, вообще людям, и отдавать все свое время. И, наверное, это для меня это очень серьезно и, наверное, невозможно. Я очень люблю поязвить, и иногда могу очень больно ранить человека одним словом. И не могу никак себе вот побороть вот это вот желание. У других, наверное, неискренность и желание выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. Я люблю простых, открытых людей, с которыми легко общаться, и не нужно как-то изобретать что-то. Простых, открытых людей. Я родом из Санкт-Петербурга, да, живу в Санкт-Петербурге. Мой муж из Нижнего Новгорода. Мы живем в Москве, и у нас в каждом городе, получается, есть квартиры. Если это может быть экстравагантно, то, наверное, мы живем на несколько, не то что городов, даже на несколько стран, потому что у нас есть еще квартира в Праге. Если это экстравагантно, то, наверное, мы люди мира. Мне очень нравятся Мальдивские острова, и когда мы туда ездим с моей семьей, наверное, я себя ощущаю счастливым человеком, потому что в тот момент меня ничего не тревожит, я отключаю телефоны, то есть я отрезана от мира, и я только наслаждаюсь вот минутами, которые мы там проводим, днями, своей семьей, природой. Наверное, это счастливые моменты. Ну, я думаю, что ничего не поменяло бы, потому что моя жизнь меня устраивает. Это моя семья. Мое достижение – это моя семья. Потому что, опять же, я повторю, что создать и сохранить семью в таком графике – это тяжело.
опять же, все крутится вокруг моей семьи. Наверное, самое важное – это близкие люди. Я буду банальной, но важнее их ничего нет в жизни. Все уходящее, приходящее, а семья, она всегда поддержит в трудную минуту, и я стараюсь их как-то поддерживать, поэтому это мои родные. У меня нет героев. Как говорится, не создавай себе кумиров. Может быть, я живу по этому принципу. В окружающем мире, наверное, тем, что каждый поглощен какими-то своими проблемами, мелкими, и люди иногда порой не задумываются о последствиях, которые нас могут ждать в будущем. Наверное, что-то такое глобальное. Поэтому хотелось бы, чтобы люди были добрее, чтобы помогали друг другу. И сейчас вот в связи с этими событиями в Японии начинаешь просто осознавать, что все вокруг настолько это уходящее и приходящее, что сегодня это все есть, а завтра этого может не быть, и мы вернемся к тому, с чего начинали. Поэтому люди должны быть ближе друг к другу и добрее. Иногда, когда я подписываю автографы, я пишу такую фразу: «Верь в свою звезду, как я верю в свою». Наверное, это мой слоган. Но сейчас много очень иностранных слов вводится в российский лексикон, поэтому я некоторые слова даже записываю. И достаточно много таких слов. Ну, сейчас даже не вспомню, какое. Есть такое слово, но мне кажется, оно не для съемок. Ну, у нас вся жизнь связана с какими-то креативными решениями, эмоциональными выхлопами. Поэтому на каждой игре мы испытываем кучу эмоций, радости, огорчений. У нас вся жизнь посвящена этому. Но если я хочу как-то расслабиться, то, скорее всего, я буду читать книгу. Потому что, когда смотришь какой-то фильм, я могу еще параллельно думать о чем-то, да, делать какие-то дела. А когда читаешь книгу, ты как-то полностью тебя поглощает, наверное, сюжет, и перед сном я стараюсь, чтобы как-то не думать о каких-то предстоящих заботах, проблемах. Наверное, это будет книга. Наверное, каким-то офисным сотрудникам, которые каждый день приходят на работу и только видят, что какие-то бумажки, стол, компьютер. Я не могла бы, наверное, такой монотонной работой заниматься.